Я сегодня одну картинку нашел интересную. Сейчас процитирую. Действительно, меня прям потрясло. История Земли за один год называется. Если сжать всю историю Земли, это 4,5 миллиарда лет, в один год, а что у нас получится? Это получится, что жизнь на Земле появилась в середине марта. Первые наземные животные лишь в конце ноября. Эра динозавров с 8 по 25 декабря. А появление человека разумного 31 декабря в 23:40. А промышленная революция прогремела за одну секунду до Нового года. То есть, грубо говоря, все как-то ускоряется, как-то внезапно эскалирует. Не находите? Ну, вообще, в принципе, этот закон изначально был, скажем так, пронаблюдаем в неживом веществе и в живом веществе, но с разных позиций. Позднее его попробовали применить наоборот, все получилось, и, в принципе, это так оно и есть. И, по сути, первые 300 тысяч лет, если память мне не изменяет, Вселенной, ну, атомов-то не было. Было что-то вот подобное, может быть, там, скажем, некие субатомные системы, которые не позволяли пока еще существовать, а там физических законов не позволяли тогда еще атомам существовать. После этого барьера начали существовать атомы, появлялся, начал кислород, потом Вселенная еще продолжала расширяться, и вот постепенно-постепенно этот процесс ускорялся, в том числе и ускорение процессов эволюции как Земли в целом, так и эволюции человечества. Ну, если учесть, что мы с вами 2 миллиона лет назад появились как люди, ну, не как человек разумный, а как люди вообще, около 100 тысяч лет появились люди разумные. Ну, тут, конечно, спорно, тут есть несколько вариантов, кто там еще насколько считает, что они насколько они нет, насколько они разумные современного типа, там есть Homo sapiens и Далту, предшественник так называемый. Ну, то есть там на самом деле вариантов очень много. Но примерно, давайте, вот 100 тысяч лет, то есть прошло почти 1 900 000. Потом на 1 900 000 провели черту, появился человек. А промышленная революция у нас прошла вот, ну, вот буквально 2 века назад. Казалось бы, это вот недавно по сравнению с тем, когда появился человек, и мы с вами 100 тысяч лет тут по пещерам ходили, потом там 10 тысяч лет назад научились что-то сеять, жать, и казалось бы, вот совсем немного времени прошло, а мы уже паровой двигатель, полетели в космос, обуздали энергию атома с той или иной возможностью, но как бы все равно, то есть эволюционный процесс, он ускоряется, причем не только в биологическом и информационном, но и с химической точки зрения. Вот тут я хочу отметить, что ведь химические реакции, там, атомы быстрее летать не стали, химические реакции быстрее происходить не стали. То есть ускорение, оно идет несколько в другой плоскости, оно как бы идет там, я не знаю, в плоскости усложнения. То есть, грубо говоря, у нас все сложнее и сложнее все становится, там, разумные животные. Да, я с этим соглашусь. И ну, вот, в ответ на твой вопрос, наверное, хочу вернуться на минут 20 назад, как раз когда мы обсуждали вот эти вот разные уровни. Да? То есть вот это усложнение на физическом уровне происходило, ну, вообще-то несколько миллиардов лет. Да? Ну, на сегодняшний день возраст Вселенной оценивается в порядке 13,7 миллиардов лет. Вот это возраст Вселенной от момента Большого Взрыва до сегодняшнего дня. При этом возраст нашей Земли около 4,5 миллиардов лет. Да? Ну и там Солнечной системы, если брать, тоже там около 5 миллиардов лет. То есть вот все вот это время, там порядка 9 миллиардов лет, развивалась исключительно и усложнялась исключительно физика. Ну, в смысле, физическая инфраструктура, условно. То есть сначала потому, что были только молекулы, только атомы водорода, как самого простого химического вещества, да, это протон, вокруг которого летают электроны. Да, и вся Вселенная была заполнена вот этими протонами, электронами,
и летающими фотонами. Вот это была самая ранняя стадия Вселенной, ну там вот 300 тысяч лет назад, да, вот про которую говорил Сергей. Если там еще назад зайти, там будет уже более сложный, там плазма будет, будет там кварглионы, еще там что-то. Ну, то есть вот туда не идем, 300 тысяч не так много. А вот начиная с этого момента, да, была такая довольно унылая Вселенная, на самом деле. То есть там химикам делать было нечего. Химикам делать вообще нечего. Там один водород. Да, водород, ну и гелий еще кое-где, да. Что потом происходило? Этот водород стал скапливаться, да, вместе, ну там за счет сил притяжения, да, образовались первые звезды, первое поколение звезд, внутри которых уже за счет термоядерных реакций, да, образовалось там вещество, там более сложные химические элементы, там гелий, литий, кислород тот же, да, вот все они были образованы в первых звездах, да, вот, вот тут уже... Тут уже начинают химики, да, подключаться. Да, тут уже начинают химики подключаться, но на самом деле там такие температуры и такие условия среды, что химикам тоже еще делать нечего, вот, потому что это там скорее ядерным физикам есть чем заняться, вот. Но потом возникает, вот эти звезды, там они благополучно взорвались через несколько миллиардов лет, да, вот, образовались новые, из новых сгустков, да, и внутри них, за счет тех же самых термоядерных реакций, только более сложных, стали появляться более сложные химические вещества, там, какой-нибудь там, да, до железа, там, магний, кальций, вот, в общем, вся вот эта таблица Менделеева стала появляться во втором поколении звезд, через несколько миллиардов лет. Они тоже взорвались, да, и вот мы с вами сейчас представляем собой вот осколки тех самых звезд, да, которые стали там собираться. И когда возникли вот эти вот химические вещества, и они там скопились в определенной там пропорции, да, там образовалось Солнце и Земля, наверняка там в других частях нашей Вселенной есть аналогичные системы нашей Солнечной, но принципиально все происходило точно так же, да. Только тогда создались условия, возникли условия, да, для возникновения более сложных систем из вот этих вот атомов, да, химических элементов, которые уже могут изучать химики. Химические соединения. Химические соединения, да. Вот. А поскольку системы более сложные, то процессы там, ну, процессы вот это, там, комбинации и усложнения происходят, ну, мне кажется, быстрее. То есть вот чем сложнее система, тем быстрее идет эволюция. Вот я не знаю, насколько это там в биологии там подтверждается, да, но это я сейчас не какой-то физический закон говорю, да, это вот мое такое наблюдение, да, что чем более сложно организованную систему мы рассматриваем, тем быстрее происходят в этой системе какие-то принципиальные изменения, да, потому что если взять вот начало возникновения нашей Земли, да, 4,5 миллиарда лет, когда были только химические вещества, неорганическая химия, да, жизнь, да, и органическая химия, органические вещества появились уже через сколько там? Через 3 миллиарда лет, да, примерно после возникновения Земли. Ну, да, 2,5. То есть оцени, да, примерно 9 миллиардов лет, чтобы образовалась Земля, да, и химические вещества, да, для обычной неорганической химии, да, и 2,5 миллиарда лет, чтобы появилась органика. Да. Смотрим дальше, да, органика появилась, да, как она развивалась, да, одноклеточные организмы, там, бактерии, да, сколько, миллиард лет? Ну, она еще там, можно, там еще вопрос заключается в том, что когда появились даже химический базис, то есть у нас еще же там теория первичного океана, может быть, слышали, что там, ну, опыт Пастера, когда они смешали метан, углекислый газ, пропускали там разряд, и, собственно говоря, там возникали первичные органические соединения. Да, гипотетически все классно, здорово, замечательно, но жизнь появилась не сразу. Ну, то есть это все плескалось миллиард лет, понимаете? Вот эта смесь должна была смешиваться, образовываться, сгустки. Если мы вот сидим сейчас как бы рассуждаем, ну, что такое миллиард лет? Ну, казалось бы. А давайте так вот, ну, серьезно задумайтесь, что такое миллиард лет вот по нашим человеческим
меркам. Мы, для нас год-то это ого-го, а там миллиард. Вы понимаете, что вот, ну, кстати, суп мешать миллиард лет? Ну, это же там не то, что жизнь зародится. Они на Марс летают, пока мы мешать будем. Ну, соответственно, вот история примерно так и появилась. То есть миллиард лет этот океан взбалтывали, появились первичные сгустки. В какой-то момент эти первичные сгустки начали взаимодействовать так, что сами себя воспроизводили. Плюс к этому они начали размножаться. То есть для того, чтобы эти сгустки научились вот эти две простые вещи, самовоспроизводство и увеличение себя в пространстве, ушло практически миллиард лет. И только потом уже началось биологические революции. Ну, собственно говоря, это вот то, что позволило нам с вами быть многоклеточными и думать, ну, хотя бы с той скоростью, с которой мы сейчас думаем и говорим. Потому что с той скоростью, которая обрабатывает информацию наши даже, ну, условно, ближайшие родственники растения, ну, нам бы так не хотелось, я думаю. То есть у нас самые растения, которые обладают самой большой реакцией, наверное, это мимоза стыдливая, которую тронь, у нее, соответственно, лист начинает повидать. Но это довольно быстро для растения. А в основном-то как бы ростовые явления. Ну, то есть мы просто растем в нужном направлении, и все. Ну, для нас, для людей, это дурдом. Так вот откуда самое страшное оскорбление – овощи. Ну да, для нас овощи это ужас просто. Ну так вот, поэтому получается вот это усложнение, чем следующий этап, он дается нам проще. То есть каждый следующий шаг, ну вспомните, проще, сколько ребенок уходит времени на то, чтобы ребенок научился ходить. А сколько уходит времени, чтобы он побежал. То есть вот он вроде шел, потом до года некоторые начинают там вставать на ножки постепенно, а потом проходит 2-3 месяца и все, и лови его. Не дай бог, там в розетку куда-нибудь пальцы засунет еще. Ну, соответственно, какой-то процесс уже идет уже быстрее. Понятно, что существует некий базис и некая надстройка. И вот как раз существование вот этого базиса обычно уходит больше времени, чем потом надстройки на дальнейшую эволюцию и появление новой надстройки. Ну, если продолжая логику появления жизни, появления каких-то существ, которые начинают... Многоклеточных уже, многоклеточных. Да, более сложных структур. Потом из этих многоклеточных вырастают уже там разные типы, да, разные виды животных, да, они, эти виды там как-то тоже эволюционируют, усложняются, да. Друг с другом как-то взаимодействуют. Взаимодействуют, безусловно. То есть это там, можно сказать, подключается какая-то там этология. Ну, не надо так сильно копать. У нас вопрос заключается в том, что взаимодействие даже бактерий в чашке Петри, понимаете? А вопрос заключается не в том, взаимодействуют они или нет. Они взаимодействуют. Они взаимодействуют на уровне выделения химических веществ. Вон грибы, например. Мы используем пенициллин. А зачем, собственно говоря, откуда он взялся-то? Грибы его используют для того, чтобы бактерии, которые рядом с ними за пищевые ресурсы сражаются, их просто выключить из этого дела. Они выделяют пенициллин, бактерии дохнут. А коммуникация вот осознанная, вот тут уже для этого нужна многоклеточность. Тут уже надо как-то что-то посложнее. Тут надо перья вырастить, например, и показать, что ну вот я там самец, и, там самочки, все смотрите на меня и пойдемте размножаться, у меня хорошие гены. Ну вот как бы это осознанная коммуникация, для этого нужно дорасти. Не все многоклеточные до этого дошли. То есть кишечно-полостные, которые многоклеточные, да, у них даже нервная система есть, но у них, скажем так, полового поведения нет. А вот у червей уже появляется. И тут чем дальше, тем интереснее. Связано это, правда, не только с половым поведением, еще с территориальным поведением. Тут еще забота о потомстве есть, и причем это очень хорошо коррелирует. Если у видов есть забота о потомстве, там все сложно. У них, они даже вот есть рыбы, которые вот если аквариумисты есть, они не дадут соврать. Есть рыбы, которых забота о потомстве, они даже хозяина запоминают в лицо. Они вот только его подпускают кормить. А вот у тех, у кого нет, они вот память 3 секунды, которые вот покормил, давай еще раз. И как бы вот, ну они действительно забывают, им зачем помнить? Ну на металл еще через какое-то время будут еще 50 можем сделать, ну там 50 тысяч. Например, у осетровых, у них там вообще миллионами икра исчисляется. Зачем запоминать? Их миллион. Ну, так я все-таки хочу куда-то дальше продолжить, потому что вот это вот усложнение, оно же имеет какое-то там, куда-то оно идет, имеет какое-то направление. И вот мы потратили
много миллиардов лет для того, чтобы появились химические соединения, потом потратили миллиард лет, чтобы органические химические соединения получились, потом миллион лет потратили для того, чтобы появилась жизнь. Дальше что? Дальше у нас там организмы развиваются, появляется какое-то там поведение, которое... Дальше, дальше тысячи лет мы потратили на то, чтобы развить головной мозг, вообще-то, да, ну то есть вот на сегодняшний день, ну это, наверное, будет так довольно самонадеянно с точки зрения там, человека говорить, но вообще-то человек как вершина эволюции, да, мы так всегда себя ставим в центр вселенной, да, вот, но тем не менее, если так вот проследить, да, то оказывается, что вот эта вот эволюция, да, привела к тому, что на сегодняшний день у человека появилось вот это вот серое вещество, которым он способен понять все предыдущие шаги. Это, во-первых, да, то есть там смоделировать их, даже как-то описать, объяснить, там, как это происходило и так далее, да, там, заглянуть там, в глубины космоса, увидеть, что было там в самой ранней стадии развития Вселенной, да, и понять, как вот сколько миллиардов лет прошло с тех пор. Это с одной стороны. С другой стороны, вот здесь мне очень интересно мнение как раз Сергея услышать на эту тему, но вот я считаю, что вот с того момента, как у человека появилось вот это вот серое вещество, и он вот это все смог объяснить, описать, да, и проникнуть в структуру вот этих механизмов эволюции, да, в понимание того, как происходит вот эта изменчивость, да, вот в структуру ДНК, да, когда мы сумели не только описать ДНК, да, вот, генетический код организма, но и смогли влиять на него, да, вот эти, производить генные модификации. Вот с этого момента биологическая эволюция практически закончилась. Да, и вся эволюция теперь сконцентрирована в мозге человека, который своими руками может направить ее в ту сторону, в которую захочет. А в какую он захочет, зависит от его серого вещества. Рановато для такого оптимистичного заявления, на мой взгляд. Рановато по нескольким причинам. С одной стороны, ну, если вспомнить Вернадского с его ноосферой, он еще в 19-м, к концу 19 века, начало 20-го догадался до того, что поскольку мы можем вот своей волей взять, вот здесь сделать гору, а вот здесь была гора, мы здесь сделаем озеро. Вот, собственно говоря, с этого момента мы геологическая сила. И до этого ни один вид этого не мог сделать. И казалось бы, да, вот мы вершины эволюции. Но с другой стороны, господа, болеть мы не перестали. Генетические аномалии мы в себе пока не убрали. И то, что у нас есть сейчас генетика, это скорее то, что мы пытаемся понять, да, мы движемся в этом направлении. Причем движемся сейчас такими шагами семимильными, каким нам еще даже 50 лет назад казалось сложно. Ну, если очень просто, ну, 15 лет назад для нас телефон был ого-го, а сейчас смартфон, ну и что? Ну, как бы, вот примерно то же самое. В биологии раньше, о, мы поняли, что такое гены, вау. Сейчас мы расшифровали геном, сейчас у нас на территории России несколько лабораторий существует, которые могут взять ДНК, секвенировать его, ну, собственно говоря, порезать, найти те участки, которые их интересуют, вот эти участки проанализировать в целом у популяции, ну, то есть, по сути, приехать в деревню, провести анализ, как распространено та или иное заболевание в локальной популяции, но при этом изменить это заболевание мы пока не можем. Вот в чем вопрос. То есть, то, куда смотрел Вернадский, да, мы смотрим в будущее, мы смотрим в сторону ноосферы, в том, что мы все-таки развиваться будем как сфера разума, дойдем ли мы до киборгов или биотехноманьяков, это вот я какое-то такое слово такое использовать, да, дойдем ли мы до этого и дойдет ли наше понимание до уровня того, что мы можем свою эволюцию направлять, я думаю, дойдет однажды, но пока сейчас не доходит, хотя бы даже по той причине, что ну вот,
ну, банально, событие. Вот помните, было в Средневековье великое переселение народов, вот мы его сейчас наблюдаем еще раз. Вот, как бы, и ним вот пытается, весь Евросоюз, казалось бы, пытается как бы напрячь все свои силы. Бесполезно. Ну, то есть, мы не можем ни на макроуровне границы просто, ну, просто, казалось бы, что проще, границы закройте, все. Но, с другой стороны, ну, мы же люди все-таки, гуманизм-то никто не отменял. И вот тут, понимаете, начинается дихотомия между научным пониманием, ну, то есть, научным четким. Так, надо взять и вот эти гены вырезать. Ну, это такой механистический подход. А с другой стороны, ну, а где гарантия, что вот этот ген не приведет в дальнейшем к какому-то появлению нового? А если брать с точки зрения в целом по человеку, ну, помните, ситуация с евгеникой и фашистскими опытами. Ну да, хотели-то ребята, идея-то была хорошая, методы подкачали. Но вот, по сути-то, мы можем в эту же лужу еще раз сесть. И причем так хорошо сесть, потому что если раньше методика-то была не отточена, то сейчас мы можем такого нагородить, что, ну, потом еще несколько поколений расхлебывать. Поэтому нужно очень грамотно в этом направлении думать. Сергей, у меня вот к тебе вопрос после вот такого рассуждения, вот, ну, как к специалисту. Вот эта невозможность, да, направления там, нашей эволюции, она принципиально невозможна? Или технически, просто у нас еще, у вас, у биологов, еще нет таких приборов, таких технологий, которые бы позволили вот это сделать? Или ты апеллируешь к некому социальному контексту, который усложняет вот эти все эксперименты или вот эти изменения, и из-за этого не получается? И то, и другое. Есть один у нас товарищ в России, зовут Анатолий Вассерман. Он пытается социализм построить. Ну, собственно говоря, он считает, что до 22 года, пока у нас компьютеры не дорастут, просчитать количество выпуска товара невозможно. Так вот, это выпуск товаров с человеком, одним человеком. Ну, представьте, у нас 300 тысяч белков. Причем один белок кодируется не, ну, гипотетически, одним геном. Но признаков больше. И один ген может отвечать за несколько признаков. И, соответственно, один признак появляться из сборки нескольких белков. Просчитать это пока на настоящем уровне развития технологий невозможно. Потому что мы, во-первых, не имеем такого компьютера, и мы не настолько хорошо распотрошили клетку, чтобы понять, что происходит. Есть такие вещества, если я вспомню сейчас, то я назову вам, как они называются. Называются клеточные гормоны, сейчас я точно термин не вспомню. Их около 60 тысяч. Их концентрация в клетке меняется каждую секунду. Вот какова вероятность, вот если мы говорили про атом, что там уравнение Шрёдингера нужно просчитать, вот, кстати, один уравнение Шрёдингера пока решается, по-моему, до 9-го, что ли, атома, если память не изменяет. Даже меньше. Ну, то есть там положение электрона вокруг атома рассчитывается специфическим уравнением одного электрона вокруг одного протона. У нас 60 тысяч белков. Это такое удовольствие внутри клетки происходит одновременно. Мы сидим, вроде бы вот ничего не делаем, казалось бы, лень, прокрастинация, а у нас там процесс идет. И мы вообще не понимаем, что там происходит. Вот мы реально не понимаем. Медики не понимают. То есть, ладно, биологи, которые, ну, как бы просто вот смотрят, и медики не понимают, они еще не понимают, чем лечить. Одно и то же лекарство двум больным даем порознь. Результаты разные абсолютно. Кровь, казалось бы, у одного pH, ну, там, грубо говоря, 6, у другого 8, норме 8, понимаете? То есть, при условии, что это константа, сотые доли, а у одного 6-8, ну, понимаете, ну, то есть это такая сложный механизм, что его не просчитать пока, не понять невозможно. Ну, чисто технически невозможно. Ну, то есть ты пока говоришь про какую-то, ну, там, внутренние механизмы там жизнедеятельности, меня же больше интересует, ну, какой-то, ну, там, принципиальный вектор развития. То есть, когда мы, может быть, даже не зная того, да, ну, допустим, как происходила селекция, да, когда там
выяснили, что радиация как-то влияет на потолство, да, то там клали возле атомного реактора там, как семена, да, чтобы они там получали мутации, потом их засевали и как-то выбирали потом из тех, которые произрастали, там те, которые обладали там нужными характеристиками. Да. Вот по такому же принципу мы можем влиять. Ну, пока там, не понимая всей сложности взаимосвязи, всех последствий, которые за этим последуют и так далее. То есть вот меня интересует там не то, что хорошо это плохо, или там какие клеточные структуры за этим стоят, а принципиально возможность это сделать. Ну, в принципе, это возможно. Григор Мендель, он тоже как бы не знал, что он делает с горохом. Он просто брал, пробовал, у него получались желтые, зеленые. Потом считать начал. Потом он закономерность из этого вывел. Он не знал изначально, что он делает. Он просто по саду ходил и попробовал поэкспериментировать. Ну, собственно говоря, мы чем сейчас и занимаемся, мы экспериментируем. Пробуем, смотрим, считаем, выделяем, делаем какие-то опыты. Просто вопрос, что некоторые опыты не совсем этичны, вот это другой вопрос. Готовы ли мы сейчас морально на такие опыты или не готовы? И где граница? И вообще, что такое этика? Тут биоэтика. Тут тоже много вопросов, над которыми стоит задумываться. Стоит задумываться. Но это не значит, что мы должны вот так вот поставить себе рамки и сказать, все, вот это создано там за 7 дней, и не дай бог нам пошатать эту веру в то, что вот тут не 7 дней, а было 6,5. Ну, как бы, тут нужно двигаться. Рано или поздно мы поймем. Нужно просто для себя определиться, чего мы хотим. Мы рассматриваем гипотетически, как познаваемый мир, или все-таки мир не познаваем, сложен, и мы как-то с этим живем дальше. Ну, тем не менее, та же селекция, хоть там люди, которые занимались селекцией, люди, которые семена клали к ядерным реакторам, они же, возможно, не понимали, как это работает, но это работало, это приносило свои плоды, и в итоге мы имеем то, что имеем, грубо говоря, там, только благодаря этому мы имеем такие там вкусные растения, которые сейчас есть, большие. Потому что, да, дикие растения, они совершенно другие, обладают другими свойствами. И я к чему это хочу сказать, что в моем понимании вот эти опасения насчет того, что человек не готов, они ничего не говорят о его все-таки качественном развитии. То есть все равно это же все проблемы, они уже лежат уровнем выше, они не касаются биологии, они касаются, там, как ты говорил уже, там, этики, отношению к этому всему, а вдруг мы тут, вот это будет не очень, вот это там кому-то не понравится и так далее. То есть эти вопросы, они уже лежат значительно уровнем выше, нежели там на уровне химических реакций и так далее. То есть, грубо говоря, для того, чтобы нам идти дальше, наверное, нужен какой-то следующий скачок за вот этой вот эволюцией разума, там, развитием разума, что-то дальше, наверное, как-то что-то нужно дальше. Что вы думаете по этому поводу? Куда вообще этот вектор может привести теоретически? Вот? Ну, на мой взгляд, все-таки мы движемся туда, куда показывал пальцем Вернадский, в сторону ноосферы, и рано или поздно мы поймем, и рано или поздно родится эта теория всего, о которой я сегодня говорил в самом начале, появится какое-то фундаментальное обоснование, почему все вокруг происходит, какая у этого всего причина. Мы будем понимать от того, по какой причине атом выпускает или не выпускает фотон, до того момента, по какой причине мы сегодня встали и заварили вместо чая кофе или кофе вместо чая, хотя обычно пьем что-то другое. То есть мы рано или поздно дойдем до того понимания, где мы, кто мы и вообще почему вокруг нас все так сложно, казалось бы, но на самом деле для нас это станет все просто. То есть сфера разума близится, но только вопрос в том, что жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. Пессимистично. Сергей на мажорной ноте решил ответить. Ну, я считаю, что, безусловно, вот этот процесс усложнения, он бесконечен. Ну, то есть, когда мы
какую-то систему берем, ну там, сложную, которая сейчас есть, да, особенно во взаимодействии с окружающей средой, она вынуждена эволюционировать, да, появляются там многоклеточные организмы, потом более сложные виды, потом виды, обладающие психикой, эти виды эволюционируют, у них появляется разум, да, там, как у нас, например, да, и дальше это уже, ну, эволюция происходит в сфере разума, ну, то есть вот та самая теория всего, про которую говорил Сергей, это не предмет там, физической реальности, да, там, что атомы соединились, вот теория всего образовалась. Да. Это теория всего или ну, там, какая-то теория описывающая. Да, это предмет нашего разума, который должен еще дорасти до того, чтобы ее создать. Но здесь уже как бы это моя вера, что это точно будет не конечная теория, и это будет не последняя точка эволюции, и человек будет развиваться дальше. То есть так устроено любое знание, ну, во всяком случае, любое человеческое знание, которое человек произвел до сих пор. Когда мы формулируем какую-то новую теорию, описывающую там, те или иные явления, эта теория автоматически задает новые вопросы, да, очерчивает новую область необъясняемого этой теорией. То есть всегда существует определенная граница, да, через которую уже эта теория не работает, и нужно создать что-то новое. Вот точно так же с этой теорией всего, я уверен, что она на каком-то определенном уровне опишет вот все, что мы знаем на сегодняшний день. Но она же и задаст фронтир, ну или вот эту вот границу, да, непознанного для создания следующей теории всего. Ну то есть за теорией всего появится теория совсем всего, к которой мы будем стремиться идти, идти еще дальше и дальше и дальше.